Дорогие друзья, сегодня на уроке мы будем учить слова по теме календарь. Дни недели и месяца. Вы можете использовать их в разговоре, тренировать их произношение и употребление. Давайте начнем. Сами дни недели по-английски будут days of the week. Не забудьте, дни недели пишутся с большой буквы. Неделя начинается с воскресенья, и это будет Sunday. Понедельник – это Monday. Вторник – Tuesday. Среда – Wednesday. При произношении слова Wednesday буква D не произносится. Wednesday. Четверг будет Thursday. Пятница Friday. А суббота Saturday. Теперь выучим, как сказать слово выходные. Это будет weekend. Давайте повторим дни недели. Не забывайте произносить за мной. Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Превосходно, молодцы! Теперь перейдем к месяцам года. Месяца года будут months of the year. Слово months немножко сложно произносить, так как нужно сказать на конце слова звук «th», это сочетание «th», и потом сразу произнести букву «s». «Th», «s». Произнесите со мной «months». Месяца также пишутся с большой буквы. Январь будет «january», февраль «february», март March, April, 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 May, May, июнь, June, июль, July, август, August, сентябрь, September, октябрь, October, ноябрь, November, декабрь, December. Теперь давайте произнесем вместе месяца года. Повторяйте за мной. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Молодцы! Не забывайте тренировать слова, произносить их вслух, а также писать. В следующий раз мы научимся писать дату на английском языке. Спасибо, что оставались с нами. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Надеюсь, увидимся в следующий раз на канале Languages from Canada. Thank you and have a great day.